И всем хей-йоу, друзья, с вами, как обычно, Аркинг. И в этом видео я вам покажу, как же получить все зелики. Вот они тут. Ну и как же получить все 181 зельку, ну, не считая премиум. Потому что премиум, ну, точнее, не премиум, а за робуксы. Потому что, ну, я не такой богач, чтобы тратить робуксы в эту игру. Ну, типа, смысл это делать. Ну и давайте для начала я вам покажу, где находятся всякие секретные ингредиенты, которые вам понадобятся, чтобы сделать все зелья. Потому что там есть KSI и всякие глаза, ну, секретные, которые вы не знаете. Смотрите, если что, там нету ни одного зелька, типа, там, из босса вроде. А, нет, есть вроде, но просто я его проходил. Ну, короче, смотрите, вам нужно будет, если что, я вот, к примеру, вот просто любой выберу, вам нужно будет ложить, вот там, где есть мульти, к примеру, сейчас где-то вот мульти есть, к примеру, сейчас найдем. А, я не знаю, где тут мульти, может быть. Ну, там, где, короче, несколько... Вот, к примеру, как вот здесь вот написано. Вы должны брать и сначала ложить brain, потом rotten sandwich и потом bird. Типа, последовательно, сверху вниз вы должны это ложить. Не как захотите, а ложить сверху вниз, потому что по-другому у вас не получится это сделать. Но в некоторых случаях будет получаться. Ну и давайте тогда я вам покажу все секретные ингредиенты, которые, ну... вам нужны для всех зельев. Если что, сейчас у вас в правом верхнем углу экрана, ну, на видео должна вылезти подсказка. Это будет мое видео, которое я снимал, ну, все секретные ингредиенты, но я не все прям показал. Ну, потому что тут еще плюс обновления были и всякие такие новые появились. Если что, в том видео показаны были такие самые легкие, в принципе. Ну, и давайте тогда приступим более таким, ну, которые у вас будут. Смотрите, первое находится, вам надо, если что, флайбукс крафтить, он крафтится с птички и робукса. Вот здесь вот у вас находится, здесь вот, ну, волосы KSI, вы их берете, тэпаетесь, ну, и ложите их сюда. Потом следующий ингредиент находится у вас здесь вот. Ну, это, если что, я вам показываю сейчас секретное, которое вам понадобится. Здесь у вас, вот тут вот в листве, здесь есть у вас камушек, вот он, Джастин. И здесь еще есть вот такие вот штучки, клетус хед. Она вам тоже будет нужна. И еще вот там вот за кактусом, там голова разработчика, ну, мавпочка, короче. И секретное еще вот тут вот находится. Вы летите вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот. Ну, а если вы хотите узнать другие всякие секретные ингредиенты, то посмотрите видео, ну, которое я вам говорил, там у меня есть на канале. А вот здесь вот есть Cave Club, и здесь вот есть Fox's Head. Вы ее берете, ну, и снова же просто тэпаетесь на базу. И последняя, которая вот такая прям секретная, это вот здесь вот. Здесь у вас находится вот такой вот непонятный глаз Каден. И вот, да, вот так вот все классно. Ну, и давайте тогда приступим к получению тогда всех ингредиентов. Ну, и я вам, если что, буду просто, ну, нажимать и показывать, что надо для вот этих всех ингредиентов. Ну, и давайте вы просто будете слушать музычку, ну, а я вам буду показывать и, может, кому-то помог. Заранее поставьте лайки, подпишитесь, пожалуйста, заходите в мою группу в Дискорде, заходите в мою группу в Роблоксе. Ну, а мы, получается, начинаем. Если что, мы сейчас еще не начали, я вам еще кое-что скажу, что вам понадобится, ну, в плане видео там, что можно сделать будет, чтобы вам было легче. Ну, в принципе, до этого можно и так догадаться, ну, ладно. Вот там вот я сейчас скажу вам, ну, и начнем тогда, получается, показывать все зелья. Пожалуйста, поставь лайк. Быстро. Также вы можете ставить на паузу видео, когда я вам показываю, какие ингредиенты нужны, или просто уменьшать скорость видео, вот и все получается. Если у вас есть какие-то вопросы, и вы типа не знаете там как, что, если или я что-то там случайно забыл показать, то пожалуйста, напишите об этом в комментариях. На все комментарии я буду отвечать. Ну, которые касаются вопросов, ну, на них я, да, буду отвечать. Ну и получается, начинаем. И если вы не знаете, как себя же положить, там будет написано you, вы должны положить 3 фейки, выпить зелье и запрыгнуть в котел. Вот так вот, да. Ну, и мы теперь снова же, получается, начинаем.